О том, что молодость – это состояние души, на деле смог доказать японский долгожитель. 105-летний Хидекичи Миядзаки пробежал 100-метровку за рекордные 42 секунды. Ранее рекорда в этой возрастной категории не было, поэтому результат спортсмена будут считать высшим показателем. Позируя для фотографов, он принял известную победную позу легкоатлета Усейна Болта. Примечательно, что сам долгожитель, который родился 22 сентября 1910 года, был немного разочарован своим результатом. Миядзаки надеялся пробежать дистанцию за 35 секунд.